Первые ночные температуры со знаком минус уже на термометрах. Это значит, что пора всерьез задуматься о поддержании безопасности на дорогах. И хотя, согласно правилам дорожного движения, переобуть авто в зимние шины нужно к началу первого зимнего месяца, многие автовладельцы ориентируются не на календарь, а исключительно на градусник. С поступлением к нам северного холодного воздуха среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 2-4 градуса. Прошедшей ночью температура в воздухе и на почве понижалась до отрицательных значений. Первый мокрый снег по области ожидается уже в среду. Ближайшая ночная температура в Гродно будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градусов, до минус 2 по области. А вот приготовиться столкнуться с гололедом нужно уже ночью и утром в четверг. Сопроводит первый зимний привет ночной ветер порывами до 18 метров в секунду. День четверга обещает осадки в виде переходящего в дождь мокрого снега. Некоторые водители считают, что достаточно будет заменить на зимний тип шин только два ведущих колеса. Однако на самом деле это не соответствует и правилам дорожного движения, и в целом пониманию безопасности дорожного движения. Именно поэтому госавтоинспекция настоятельно рекомендует позаботиться о шинах уже, не дожидаясь 1 декабря. Правда, погода несколько улучшится накануне выходных в пятницу. Дожди все еще покроют большую часть области. Тем не менее, воздух прогреется до 8 градусов ночью и 11 плюсовых градусов днем.